ВМС Ирана располагают оружием, которое позволит им при необходимости отправить на дно Персидского залива американские корабли. С таким предупреждением выступило командование корпуса стражи Исламской революции. Там отметили, что если США развяжут войну, Тегеран применит некое секретное оружие, которое уничтожит вражеские авианосцы вместе с самолетами и экипажами. Поводом, напомню, для обострения ситуации в Персидском заливе стало решение Вашингтона направить в регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем Авраам Линкольн. Затем в акваторию также выдвинулась батарея зенитных ракетных комплексов «Патриот» и военно-транспортный корабль «Арлингтон». В пятницу Дональд Трамп заявил об отправке дополнительных 1500 военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном.